Всем привет! Сегодня у нас 9 августа 2019 года. Хочу показать вот такой вот красивый летний сорт яблок под названием Пирос. В том году были первые сигналки на этом дереве у меня. В этом году чуть-чуть подгрузилось больше. Вот такой вот сорт. Сейчас покажу. Подвоем 9. Вот и наверху есть яблочки. Плоды довольно-таки не мелкие. Такие вот красавцы. Такие вот плоды. Вот так вот окрасился в этом году. Хорошо. Сейчас будем рвать. Я его нормировал, чтобы получить более крупные плоды. Тут сама земли висят. Есть такие яблоки. Сейчас будем рвать. Такое вот яблочко. Поспевает, можно сказать, сразу после Вильям Прайда. Вильям Прайд я на той неделе снимал. Уже начали падать плоды. А Пирос вот получается через недельку. Буду все снимать. Я пробовал уже. Вкусные, уже не готовые. Такие вот шикарные яблоки. То есть в этом году хватанул парши. Этот сорт немножко на некоторых яблоках с обработкой. То есть от парши его надо по-любому обрабатывать. Вот такая вот, такие вот шикарные плодяки. Сейчас сорву. Посмотрим, какой у них вес. Попробуем, какой вкус. Вот так полосатое вот такое. То есть неплохой летний сорт. Может перезревать на дереве, кстати. Может быть песочным, то есть его желательно вовремя снять. Такие вот плодяки. Вообще вот на солнце очень красиво. Шикарные. Держится уже так слабенько. Так вот. Такой летний сорт. Без обработок, думаю, будет в парше. То есть минус есть у него, что хватает паршу, как бы. То есть тут вот маленькие тяточки есть, но это с обработками. Обрабатывался препаратом Скор, препаратом Топаз. Было на этой яблоне 4 обработки в этом году от грибковых заболеваний. То есть, ну, не конкретно на этой, а в общем сад обрабатывался. Но некоторые еще будут обрабатываться. Так, сейчас обойду с другой стороны. Вообще есть шикарные такие плоды. А вон видно, паршу хапанула. Пятна парши на яблоках. Вот какое яблоко. Можно видеть, товарное. Сочно, очень вкусное. Даже в тени вот яблоки. Вот в тени. И тоже они неплохо. Опа, это упало. Неплохо окрасились. Такое, как начало подгнивать яблочко, да. Наверное, переспело. Так. Так, вот у самой земли вот ветка. Можно видеть. Надо ее обрезать сильно низко. Невозможно косить под яблони. То есть, ну, в принципе, вот так вот на дереве он смотрится. Вот даже покажу. Чуть-чуть в парше. Ничего страшного. Такое дело. Так, сейчас положим на веса. Покажу, какой вес у них, какой вкус. В 2019 году. Украина, центральная Украина, город Кременчуг. Вот такой урожайчик небольшой я собрал. Можно видеть. Сейчас будем важить их. Так, включаем весы. 220 грамм. 200. 200. Не вижу. 278. 200. Ох, да нет, яблоко упало. Да ё-моё.
269. Вес хороший. Для летнего яблока крупное. Красивое, товарное. 276. 252. Такие помельче плоды. 216. В принципе, вес меня устраивает. Хороший. Сейчас посмотрим на мякоть. Какой вкус попробуем, разрежем. Надо было взять штатив, чтобы можно было в руках камеру не держать. Ну ничего. Сейчас давайте попробуем откусить яблоко. Именно как оно хрустит или нет. Ну, я грыз кусок, еле проживал. Короче, вкус насыщенный, кисло-сладкий. Сока много в этом яблоке. Аромат приятный присутствует, такой карамельный какой-то. Мякоть мелкозернистая, скалывающая, хрустит очень хорошо так во рту. Но его нельзя на дереве передерживать, потому что мякоть со временем станет как песок, песочная. То есть в данный момент, конечно, круто. По вкусу мне понравился. Хороший сорт. Единственные нужны обработки от парши и от гнили тоже, наверное. Пуши яблок, наверное, 6 у меня тоже сгнило в этом году этого сорта. Но от гнили я не обрабатывал яблоки еще. От гнили я буду обрабатывать яблоки перед срывом поздние сорта. То есть за 2 недели до срыва. Те, которые будут лежать после Нового года препаратом Хорус. А так пока яблоки отгнили, не обрабатываю ни яблоки, ни груши. Только персик, нектарин и диплоидные сливы. Так, давайте сейчас разрежем его, посмотрим, какая мякоть в разрезе. Мякоть белого цвета, косточка видна уже спелая, коричневая. То есть данный сорт готов к срыву и к употреблению в свежем виде. Сорт как бы мне понравился, хороший. И по вкусу хороший. Для летних яблок я считаю, что и размер, и вкус, и вид у него достойный. То есть, я думаю, что кто не посадит себе в сад, тоже понравится. Хотелось бы услышать, у кого растет этот сорт уже давно, как он себя показывает из года в год. Хотелось бы узнать рентабельность его на рынке. Может быть, кто торгует конкретно этим сортом. Тоже очень интересно было бы узнать. То есть, ну и по устойчивости, по всему. Как он без обработок себя чувствует, будут такие плоды или нет, но я думаю, что вряд ли. Если он паршу хватает, без обработок он будет весь некрасивый. То есть по-любому нужен уход. Это за любимыми фруктами нужен уход. Так, если как бурьян посадить, расти не будет. Ничего, то есть надо все равно добиваться результата, чтобы был и вкус, и вид, и товарность. То есть так, как бурьян, ничего не покажет красивого. Это я точно знаю, точно скажу вам. То есть, ну, в целом, такой небольшой видеообзор за данный сорт. Сорт яблок Пирос. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.